Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – День спички. Празднуют этот день и в творческой мастерской Дворца детей и молодежи «Живое дерево». Ребята под руководством своего наставника мастерят из спичек и из разных пород дерева шкатулки, миниатюры и декоративные панно. Многие из этих поделок станут отличным подарком к 8 марта. Где-то еще бьют, и так интересно. Воспитанник мастерской Иван Поляков занимается резьбой по дереву уже 4-й год. Начинал он, как и все новички, с простых изделий и несложных узоров, постепенно осваивая технику резьбы. Сейчас юноши под силу уже более масштабные проекты. Это декоративное панно Иван мастерит в подарок. На изготовление изделия юноша потратил около месяца. Уже процесс подходит к концу. Осталось только покрыть маслом и подшкурить маленько. Это панно идет как тарелочка. Интересная штучка получается. Вроде красиво. Малыши знакомятся с ремеслом, осваивая работу со спичками. Делают миниатюрные фигурки, головоломки, игрушки. Воспитанники старших групп мастерят ключницы, шкатулки, солонки. И даже те, кто занимается резьбой по дереву не так давно, уже легко могут сделать подарки мамам и бабушкам своими руками. Разнообразие пород дерева, его текстуры, цветовых оттенков дает большие возможности для творчества. Дерево – это инструмент, на котором мы учим многим навыкам, которые пригодятся ребенку в жизни. Это аккуратность, терпеливость, умение высчитывать, думать, умение проектировать, конструировать. Вот эти вещи нужны будут в жизни. Сегодня мастерская объединяет более 120 мальчиков и девочек разного возраста. Для многих из них резьба по дереву становится увлекательным хобби на всю жизнь. А кто-то даже выбирает ее своей основной профессией.